друзья, всем привет, с вами Диджей Кан, и я представляю лейбл Black Star Inc. А многие спрашивают меня, почему я начал заниматься диджейством. Я скажу коротко, как есть на самом деле. Очень давно я занимался в музыкальной школе, где-то 7-8 лет. Проработал, проучился долгое время, а потом начал работать как MC, уже со своим диджеем. У нас было свое клаб-шоу. В компанию Black Star я хотел уже попасть очень давно. И на самом деле совершенствовал над собой, работал каждый день. И вот в 2014 году я наконец-то попал в семью Black Star, от чего искренне счастлив и рад. С вами DJ Khan, Black Star Inc. До новых встреч. Пау!